заботу о маленьком принце. Веселье, радость и дружелюбие. Я вижу маленького принца мира волшебным, красочным. Космический, красивый, волшебный. Это небольшой мир. Он очень красочный, но я считаю, что его также окружают и разочарования, и в то же время приятные моменты. Как обычных людей. Мир маленького принца, ну, он большой, в котором много-много любви, в ней нет злобы. Он всех любит, как и ему отвечают взаимностью. Мне кажется, мир все-таки не такой красочный. Он окружен взрослыми, которые не понимают его, которые забыли, что были детьми. Его мир, он очень такой фантастический, фантазийный. Волшебный, чудесный, в котором нет зла, тьмы, вот этого вот всего. То есть там только добро и взаимоподдержка, что он привык ждать в этом мире всего хорошего, а не плохого. Я представляла сначала лично его астероид, представляла очень красивым, что там очень много цветов, как он говорил, что старался, ухаживал за своим астероидом. Было красиво, я думаю. Это мир детского воображения, в котором возможно, наверное, все.